Привет. Привет всем. Ну вот, проходите, присаживайтесь. Добро пожаловать на программу «Кто хочет стать миллионером», которая исполнила больше заветных желаний, чем лампа Аладдина, крестные Золушки и падающие с неба звезды. И это не шутка. Сейчас, например, мы исполняем заветные желания Рут Эйнли из города Шенли в Хартфордшире. Она физиотерапевт в отделении реанимации и продолжает игру с прошлой передачи. Ее муж Алекс сейчас дома с двумя спиногрызами, Джеймсом и Джоли, и ждет звонка, чтобы дать подсказку. Так что в кресле болельщика снова отец Рут, Джон. Рут фанат регби и хочет выиграть сумму, достаточную для покупки английского регбиста, чтобы поставить его в саду исключительно для красоты. Вот такая она у нас. А почему именно регби? Игра очень разнообразная. Можно бить ногой, вбрасывать, бороться. Все такое разное, в отличие от футбола, где просто мяч туда-сюда пинают. Вы сейчас обидели всю Англию. Простите, я не хотела. А сами играли в регби? Нет. А ваш муж тоже поклонник регби? Ну, теперь да. С кем поведешься? Ему и раньше нравилось, но теперь еще больше. Ясно. Он советует вам не поддаваться азарту. Да. И не торопиться с ответом. Да. Запомните? Постараюсь. Ладно. Когда закончилась прошлая передача, Рут уже дошла до 10 тысяч фунтов и сумела сохранить две подсказки. 50 на 50, а также звонок другу, которым будет многострадальный муж Алекс. Итак, удачи, мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». У вас уже есть 10 тысяч, две подсказки, и вы в двух вопросах от 50 тысяч. Итак, шестой вопрос на 20 тысяч фунтов. К северу от какого города в 2003 году было открыто первое платное шоссе Великобритании? Бирмингем, Лидс, Манчестер, Глазго. Ого. Беру 50 на 50 для начала. Прямо сразу? Все так плохо? Что ж, ладно. Компьютер, уберите два неверных ответа и оставьте один верный и один неверный. Боже, даже так? А что? Я думала, Манчестер. Так, кто может знать? Я беру звонок другу. Кто может знать ответ? Вот думаю. Кто из ваших знакомых часто ездит по шоссе? Даже не знаю. На севере. Ну, я... У меня нет знакомых, живущих в той стороне и знающих ответ. Так что наберем... Ника. А почему вы сказали Ник с ухмылочкой? Я его не знаю. Я тоже его не близко знаю. Думаете, он правильный выбор? По-моему, остальные вряд ли знают ответ. А Ник эрудит. Ясно. Тогда звоним Нику, кем бы он ни был. Спросим его. Скажите, что есть два варианта, один из них на 20 тысяч фунтов. Послушаем ответ, а потом решите взять 10 тысяч или играть. Алло? Ник? Слушаю. Это Крис Таррен. Как дела? Хорошо, спасибо. Я рад. Мы звоним с передачи «Кто хочет стать миллионером?». И Рут тут уже выиграла 10 тысяч. Молодец, Рут. Но вы помните, как обещали ей помочь? Да. Момент настал. А значит, ваш ответ может стоить 20 тысяч фунтов. Ужас. Точно. Дальше будет говорить Рут. Ну, хорошо то, что осталось только два варианта. Она убрала два неверных, так что остались верный и неверный. Все понятно? Да. Отлично. У вас 30 секунд. Скрестите пальцы, время пошло. Ник, к северу от какого города в 2003 году было открыто первое платное шоссе Великобритании? Бирмингем или Лидс? Бирмингем. Насколько ты уверен? На 90%. А ты сам там бывал? Кажется, да. Отлично. Огромное спасибо, Ник. Не за что. Удачи. Давай, пока. Пока. Вы думали, он не знает? Но я надеялась, что знает. И надеюсь, я правильно запомнила, что это Бирмингем.
Я думала Лидс, но, кажется, сказал Бирмингем. Так что мой окончательный ответ — Бирмингем. И это верный ответ. У вас 20 тысяч фунтов. Спасибо, Ник. Удобное шоссе, на него можно выехать по М6, а там, бац, гнать аж под 120 км в час. Как установлено законом. Однозначно. Итак, у вас 20 тысяч фунтов, и вы потратили последние подсказки. Но вы можете забрать 20 тысяч или ответить на 7-й вопрос и гарантированно увести в Шендли как минимум 50 тысяч фунтов. Но, дав неверный ответ, вы потеряете 19 тысяч фунтов. У вас 20 тысяч фунтов, и вы не обязаны отвечать на 7-й вопрос стоимостью 50 тысяч. Итак, вопрос. Автобиография какой знаменитости была опубликована в 2006 году под названием «21 год спустя»? Джек Осборн, Бритни Спирс, Шарлотт Чёрч, Уэйн Руни. Почему улыбаетесь? Потому что я впервые слышу. Не знаю и угадывать не буду. Так что я забираю деньги. Быстро я. Да ладно, попробуйте. Нет, нет, спасибо. Нет, лучше деньги. Прекрасная уверенность, ну и пусть, раз не знаю, то и пытаться не буду. В точку. Хотите забрать 20 тысяч? Я отлично провела время, и поиграть, и другим хочется. Так что я беру деньги. Аплодисменты, она забирает 20 тысяч фунтов. Но 20 тысяч ваши, но вы хотите узнать ответ. Да, пожалуй. И поэтому такое лицо? Да. Как бы вы ответили? Хоть это уже и не важно. Без понятия. Джек Осборн? Если бы вы сказали Джек Осборн, я выписал бы вам чек на 50 тысяч. Ну, у вас только 20 тысяч. А у нас еще 10 претендентов. И через пару минут мы узнаем, кто будет следующим. Итак, мы продолжаем программу «Кто хочет стать миллионером?». И сейчас у нас 10 человек, чей уровень адреналина зашкаливает при виде нашего миллиона. Они подавали заявки на участие по телефону, и давайте знакомиться. Билл Браун из Эйшера. Кэти Ганн из Ворвикшира. Фрэнк Филлипс из Глостершира. Вики Вебер из Лондона. Нил Септон из Беркшира. Эдриан Мюррей из Северного Йоркшира. Джеки Перкинс из Линкольншира. Джон Хейвард из Бетфордшира. Джулия Стивенс из Линкольншира. И Роберт Оливер из Харфордшира. Итак, у нас 10 претендентов, считающих себя неглупыми людьми. А сейчас мы узнаем, кто из наших потенциальных миллионеров выйдет первым к самому прибыльному месту в стране. Один вопрос, 4 варианта, одна верная последовательность. И сейчас мы узнаем, кто первым расставит их в правильном порядке быстрее всех. Как обычно, полная тишина в студии. А вот и первый вопрос. Расставьте эти слова и фразы в порядке, образующем название телепередачи. Знаменитость, я отсюда, выпустите меня. Скорость потрясающая, но все ли ответили верно? Сейчас посмотрим. Вот верный порядок. Думаю, все его знают. Я знаменитость. Выпустите меня отсюда. Это верный ответ. Посмотрим, все ли 10 из 10 ответили правильно. Нет, только 8. И Нил Септон был быстрее всех за 2,51 секунды. Пора пересесть в другое кресло. Вы хотите стать миллионером? Однозначно. Идемте. С
Итак, мы будем играть с Нилом Сефтоном из Беркшира, где он поступил на химико-технологический, но решил, что это не его, и стал менеджером по продажам. Его жена, Мэри, болеет за него в зале. У них два взрослых сына, Адам и Алекс. И хоть это было совсем нелегко, Нил недавно стал морским рыболовом. И победа сегодня может означать для него покупку яхты, с которой рыбачить будет удобнее, чем с причала. А еще придется купить дом в Пембрукшире, где они с Мэри любят проводить большую часть отпуска. Что ж, скрестим пальцы, а компьютер подберет нам 12 вопросов. И если на все 12 Нил ответит верно, миллион его. Все просто, но легче сказать. А еще у нас есть три подсказки. 50 на 50, звонок другу и помощь зрительного зала. Нил, мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». Итак, мы побывали на отметке 20 тысяч, а теперь возвращаемся к первому вопросу за 500 фунтов. Не забудьте про три подсказки. С какой страной больше всего ассоциируется выражение «у-ля-ля»? Испания, Италия, Греция, Франция. На первом вопросе еще никто не выбывал. Ну, рискну стать первым. Это Франция. Ответ верный. 500 фунтов ваши. Уля-ля! Нил ответил на первый вопрос. Плохо, что дальше будет сложнее. У вас 500 фунтов, и второй вопрос принесет вам 1000. У вас три подсказки, и слушаем вопрос. Как играют на свирели? Щиплют, дуют, бьют, бренчат. Мой ответ – дуют. Ответ верный. У вас 1000 фунтов. Полегчало, верно? Еще как. Спасибо. Переволновались, поди. А такое бывало, кстати, в Америке. Несколько участников вылетели на первом же вопросе. У нас такого не было и сегодня не будет. У вас уже минимум 1000 фунтов. Значит, пока ваша морская рыбалка идет не очень здорово. Нет, пока нет. У меня еще мало опыта. Я продолжаю рыбачить, но особых успехов нет. А раньше ей занимались? Морской нет. Но раньше я много рыбачил в пресных водоемах. И вот несколько месяцев назад решил попробовать морскую. Потому что стали часто бывать в Пембрике? Да, совсем недавно. Мы купили трейлер, чтобы выезжать туда на праздники. Но скоро планируем купить что-то постоянное. Если выиграете сегодня много денег? Если выиграю много денег, сразу куплю. Таков ваш план? Да. То есть вы хотите купить дом в любимом месте? Да. Там отличное место, очень хорошее. Никому не говорить, а то понаедут. Да, там просто ужасно. Не приезжайте, но вы хотите купить там дом, верно? Да. Ясно. Третий вопрос на 2000 фунтов. 1000 вы гарантированно получите, и все три подсказки еще в запасе. В какой стране находится город Лакнау? Россия, Индия, Ирландия, Швейцария. Ответа я не знаю, так что возьму 50 на 50. Ладно, компьютер, уберите два варианта, оставив один верный и один неверный. Это в Индии. Окончательный ответ. Не в России? Нет. Почему так уверены? Я сразу склонялся к этому варианту, но думал, может быть, в Ирландии. А вот Мэри, ваша жена... Помните такую? Да. Считает, что верный ответ в России. Надеюсь, она ошибается. А Мэри часто бывает права? Наверное, чаще, чем я, но... Но в этом случае она ошиблась, а вы были правы и заработали 2000 фунтов. Спасибо. Это известный исторический город, ставший еще более знаменитым, потому что там родился Клифф Ричард. Итак, у вас 2000 фунтов и остались звонок другу и помощь зала. Четвертый вопрос на 5000. Кто выпустил духи с названием «Станинг» в 2007 году? Кэти Прайс, Майлин Класс, Тесс Дейли, Джейд Гуди.
Совсем не мой вопрос. Я беру помощь зала. Ладно, спросим зал. Итак, вопрос на 5000 фунтов. Кто выпустил духи с названием «Станинг» в 2007 году? А. Кэти Прайс. Б. Мэйлин Класс. С. Тесс Дейли. Д. Джейд Гуди. Прошу голосовать. Шестьдесят процентов за Кэти Прайс, 10% за Мэйлин Класс, 2% за Тесс Дейли и 28% за Джейд Гуди. Хотелось бы процент побольше, но я соглашусь с залом, и мой окончательный ответ — Кэти Прайс. Вы необузданный и жесткий игрок. Я такой. И даже близко не знаете верный ответ. Нет. Кстати, ваша жена тоже в зале, а в прошлом опросе она ошиблась. Но, к счастью, 60% зала правы. Вы выиграли 5000 фунтов. Спасибо, всем спасибо. Видимо, большинство из этих 60% были девушки. Мужики такого не знают. Итак, у вас 5000 фунтов. Вы в трех шагах от 50 тысяч, и у вас остался звонок другу. Как настроение? Гораздо спокойнее, чем предполагал. И спокойнее, чем на первом вопросе. Гораздо. Ля-ля. Итак, пятый вопрос на 10 тысяч фунтов. Сейчас у вас 5000. Какой из этих видов спорта больше других ассоциируется с фамилией Хёрлингем? Бокс. Фехтование. Плавание. Поло. Навскидку даже не вспомню, кто из моих друзей может знать ответ. Я позвоню... Позвоню Майку. Майку? Ладно. Кто он? Очень близкий друг. Мы знакомы с рождения наших детей. У него дети того же возраста. И живет он в той деревне, где я раньше жил. Позвоним Майку и посмотрим, что будет. Алло, слушаю. Майк? Да. Крис Старен, как поживаете? Спасибо, хорошо. Здрасте. Вы знаете, что мы делаем? Конечно. Мы на программе «Кто хочет стать миллионером». Нил только что выиграл 5000 фунтов и застрял на вопросе, ответ на который можете знать вы. Очень надеюсь. Да, мы тоже очень надеемся. На кону 10 тысяч. Все очень серьезно. Ясно. Итак, Нил, 30 секунд. Пальцы скрестим, и время пошло. Майк, привет. Какой из этих видов спорта больше других ассоциируется с фамилией Хёрлингем? Бокс. Повтори, пожалуйста. Какой из этих видов спорта больше других ассоциируется с фамилией Хёрлингем? Хёрлингем. Бокс, фехтование, плавание или поло? Если честно, я не знаю. Назови еще раз. Бокс, фехтование, плавание, поло. Я пришел сюда ни с чем. Верно. И это не та сумма, которую я боялся бы потерять или сильно из-за нее переживал. Так что я отвечу и скажу фехтование. Окончательный ответ? Окончательный. Почему? Я не думаю, что это плавание или поло. И надеюсь, это не бокс. И вы не будете сильно переживать, потеряв 4000 фунтов? Нет, я вообще думал, что потеряю не 4, а все 5. Но я хотя бы заберу 1000 в знак того, что здесь был. Что ж, Нил, вы действительно унесете отсюда деньги. Но унесете всего 1000. Вы только что потеряли 4000 фунтов. А верным ответом было поло. Поло. Сочувствую, но все не так плохо. Осталось 1000. Аплодисменты. Простите, Нил, сочувствую. Спасибо. 1000 фунтов и проходите вот сюда наверх. У нас осталось еще 9 претендентов, и сейчас мы узнаем, кто следующий выйдет на середину и попробует завоевать крупную сумму. Полная тишина в студии. Следующий вопрос.
Расставьте песни в том порядке, в котором они выиграли конкурс Евровидения. Hard Rock Alleluia, Love Shine a Light, Puppet and a String, Waterloo. И куда весь оптимизм испарился? Сложный вопрос. И вот какой был ответ. Puppet on a String, Сэнди Шоу, в далеком 67-м. Затем Waterloo, Абби, в 74-м. Love Shine a Light, Катрина и The Waves, в 97-м. И Hard Rock Alleluia, группы Lordi, в 2006-м. Таков ответ. И кто же ответил верно? Не так много. Один человек. Джулия Стивенс, да. За 5,54 секунды. Единственный верный ответ. Вы угадали верный порядок песен и будете играть. Теперь вопросы будут посложнее. Итак, с нами играет Джулия Стивенс из города Слифорд, графство Линкольншир, где работает секретарем в местном агентстве природоохраны. Джулия свободно говорит по-немецки, а в прошлом говорила еще и по-французски. У нее двое взрослых детей, а дочь Зейна даже пришла поболеть за маму и очень этому рада. У Джулии очень скромные запросы. Если получится много выиграть, она купит Мазерати или Астон Мартин. Большой плоский телевизор, навороченный компьютер, новый дом и, возможно, дачу на юге Франции. А вот для Зейны мало что останется. Что ж, посмотрим, как пойдет игра. Скрестим пальцы. 12 вопросов, 3 подсказки и 1 000 000 фунтов, которые вы спустите на покупки. Джулия, мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». И вопрос номер 1 на 500 фунтов. Слово «шиши» обычно означает некоторое количество чего? Вина, воздуха, сна, денег. Ответ «Д» — денег. Верный ответ. 500 фунтов ваши. Второй вопрос на 1000 фунтов для тех, кто часто готовит дома и может из ничего приготовить обед. У вас 3 подсказки. Вопрос на 1000 фунтов. Какое слово означает блюдо из куриной грудки с грибами и перцем? Аля Принц, Аля Дюк, Аля Найт, Аля Кинг. Аля Кинг. Ответ верный. 1000 фунтов. Итак, Джулия, которая пока озадаченно смотрит на 1000 фунтов, сохранила все 3 подсказки, и всего 10 верных ответов отделяют ее от новенькой Мазерати. Ну, как настроение? Вы какая-то сама не своя. Так и есть. Я поражена, правда? Ошарашена. Я не ожидала, что буду играть. Но вы здесь и с огромным списком покупок. Мне просто повезло, что знала песни Евровидения. Да, из-за знания песен вы получили шанс выиграть 1 000 000. Да. Какая у вас стратегия? Есть какой-то план? Ну, надо отвечать правильно. Отличный план. Итак, у вас 1000 фунтов и 3 подсказки, что очень важно. Третий вопрос на 2000 фунтов. Слушаем. В какой части Лондона расположен стадион Олимпийских игр 2012 года? Брикстон, Твикенхэм, Стратфорд, Уимблдон. Ну, учитывая, что в зале очень много лондонцев, я попрошу помощь зала. Ладно, итак, вопрос. На 2000 фунтов. И Джулия берет первую подсказку. В какой части Лондона расположен стадион Олимпийских игр 2012 года? А. Брикстон. Б. Твикенхэм. С. Стратфорд. Д. Уимблдон. Голосуем. Большой процент. Я отвечу как зрители. Они могут ошибаться. Такое бывает. Нет, я им верю. Я им верю. Как же иначе? Ответ окончательный? Окончательный. Ответ верный. 88% зала молодцы.
и у вас 2000 фунтов. Итак, у вас 2000, и вы далеко от крупной суммы в 50 тысяч. Но 1000 уже никуда не денется. У вас остались две подсказки, и вот вопрос на 5000 фунтов. Какого политика сыграл Майкл Шин в фильме 2006 года «Королева»? Дэвида Камерона, Тони Блэра, Бориса Джонсона, Гордона Брауна. Итак, известный фильм, но... Я не смотрела. Это не поможет. Кого он играл? Какого политика сыграл Майкл Шин в фильме 2006 года «Королева»? Дэвида Камерона, Тони Блэра, Бориса Джонсона, Гордона Брауна. Я возьму 50 на 50. Ладно. Компьютер, уберите два ответа, оставив один верный и один неверный. Почему киваете? У меня было два варианта, и один из них убрали. Ответ Тони Блэр. Ответ окончательный? Да. И он правильный. У вас 5000 фунтов. А Хелен Миррен сыграла в нем королеву. Надо сказать, интуиция вас не подвела, хоть вы не видели фильм. Впечатляет. У вас 5000 фунтов. И вы в трех шагах от 50. Подсказки тают на глазах, но еще есть звонок другу. Вопрос номер 5 на 10 тысяч фунтов. Слушаем. Во время какой войны была образована САС, специальная авиадесантная служба? Англо-бурской, Первой мировой, Второй мировой, Корейской войны. САС. Когда она была образована? В англо-бурскую, Первую мировую, Вторую мировую, Корейскую. Вопрос на 10 тысяч. Можете позвонить другу. Похоже, придется звонить Крис. Я позвоню Крису. Звоним Крису. Ладно, кто он? Коллега с давней работы, знает историю. Надеюсь, поможет. Алло. Алло, Крис. Да. Привет, Крис, это Крис. Здрасте. Как поживаете? Неплохо, а вы? Хорошо, спасибо за заботу, Кристофер. У нас тут Джулия неплохо играет, но застряла на одном вопросе. Стоимостью 10 тысяч фунтов. И считает, что вы поможете ей получить деньги. Попробую. Вся надежда на вас. Итак, Джулия, скрестите пальцы, у вас 30 секунд. Удачи. Привет, Крис. Во время какой войны была образована САС? Англо-бурской, Первой мировой, Второй мировой, Корейской войны? Во время Второй мировой. Ты уверен? Вполне. На 95%? Где-то так, да. Я тебе верю, Крис. Ты хорошо знаешь историю. Спасибо. Не за что. Удачи. Я тебе верю, Крис. Да, мой ответ – Вторая мировая. Ответ окончательный? Окончательный. Почему вы ему так верите? Даже не знаю. Он хороший человек и говорит, что знает историю с византийских времен. С византийских? Да, он знает историю, а у вас 10 тысяч. Специальная авиадесантная служба была основана в 1941 году. Итак, вы в двух шагах от 50 тысяч. Да. Итак, шестой вопрос на 20 тысяч фунтов. В какой стране родилась модель Рэйчел Хантер? США, Канада, Новая Зеландия, Южная Африка. В Новой Зеландии. Не торопитесь. Откуда такая уверенность? Потому что знаю ответ. Удачное совпадение. Уверены? Да. Окончательный ответ? Да. Ответ верный. У вас 20 тысяч фунтов. Она родилась в Окленде, Новая Зеландия, и была замужем... За Родом Стюартом. Итак, ситуация серьезная. У нас 20 тысяч фунтов, и следующий вопрос на 50. Но у вас не осталось подсказок.
И если вы сейчас ответите неверно, потеряете 19 тысяч из 20. Я постараюсь не потерять столько денег. Уж постарайтесь. Итак, вопрос номер 7 из возможных 12. В аэропорту какого города есть терминал с названием Амадей? Зальцбург, Бонн, Вена, Мюнхен. Вы вроде жили в Вене какое-то время. Жила. Был ли там аэропорт с терминалом Амадей? Я давно оттуда уехала, Крис. Ответ – Зальцбург. Ответ окончательный. Думаете, выиграли деньги? Меня устроит любой выигрыш. Вы выиграли 50 тысяч фунтов. Ну вот, заулыбались. Вот что вас развеселило, 50 тысяч. Они бы любого взбодрили. Так-то лучше. Смотрите. Вот ваши деньги. Да. 50 тысяч фунтов. Но мы их вам не отдадим. Мы хотим дать больше. Если будете играть дальше и верно отвечать, у вас 50 тысяч. Итак, восьмой вопрос, который можно играть без опаски, ведь у вас несгораемая сумма в 50 тысяч фунтов, и вы можете ответить на этот вопрос как угодно. Но восьмой вопрос может принести вам 75 тысяч фунтов. Закончите название романа Барри Хайнса, по которому был снят фильм «Кес». Пустельга для кого? Рыцаря, облака, юноши, отрока. Смотрели фильм? Нет. И книгу не читала. Перед смертью не надышишься, я выберу А, рыцарь. Ответ окончательный. У вас было 50 тысяч. И у меня осталось 50 тысяч. И у вас осталось 50 тысяч. Да. Ведь правильный ответ – отрок. Пустельга для отрока. Но... Ничего. А если бы ответили верно, переехали бы в Европу. Ну, забирайте. Спасибо, Крис. Тоже неплохая сумма. 50 тысяч фунтов. Но у нас еще 7 претендентов. Сейчас посмотрим, кто из них быстрее. Уважаемые гости и зрители, а вот и следующий вопрос. Расположите следующие города Великобритании в порядке с севера на юг. Мэдстон, Милтон Кинс, Манчестер, Милсборо. Итак, давайте узнаем, кто расположил города в верном порядке. Думаю, их будет четверо. Ну, давайте посмотрим. Милсборо самый северный, потом Манчестер, потом идет Милтон Кинс, а за ним Мэйдстоун. Вот верный порядок. Итак, сколько человек из 8 дали верный ответ? Вот те, кто ответил в правильном порядке. Все, кроме одного. А Джеки Перкинс быстрее всех за 4,15 секунды. Выходите, Джеки. Хватит сидеть. Выходите на свет рампы. О, боженьки. Боженьки. Хотите выиграть миллион? Да. Так идемте. Итак, следующий игрок – Джеки Перкинс из Линкольншира. Она разводит собак и раньше работала секретарем. Несколько лет назад она овдовела, но недавно обручилась с новым мужчиной – Кифом. У нее есть сын и два внука, но сегодня ее поддерживает хорошая подруга, тоже собаковод – Шерон. Если ей повезет, Джеки осуществит мечту о шикарном круизе, а если крупно повезет, то купит бунгало для себя и Кифа. Итак, посмотрим, смогут ли ее мечты осуществиться. 12 вопросов, 3 подсказки и миллион фунтов. Очень простая формула. Джеки, мы начинаем игру. Кто хочет стать миллионером?
Итак, приступим. Первый вопрос из возможных 12. Кто из этих певиц судит в игре X-Factor? Кэрис Мэтьюс, Дайдо, Софи Элис Бэкстер, Дэнни Миноук. Дэнни Миноук. Это верный ответ. 500 фунтов ваши. Следующий вопрос на 1000 фунтов, и у вас три подсказки. В каком виде спорта используют фразу «готовиться к удару»? Гольф, баскетбол, настольный теннис, футбол. Это гольф. У вас 1000 фунтов. Успокоились? Немного. И это заметно. Я заметил. В гольф играете? Нет, но люблю смотреть. Так вы знали ответ, потому что смотрели по телевизору? Да. Какую породу разводите? Венгерскую выжлу. Какую? Венгерскую выжлу. Название страшное. Это континентальные легавые. Они загоняют и приносят добычу. Они бывают одного цвета, темно-золотого, и с короткой шерстью. Я развожу их 30 лет. Сколько у вас? 4. Сейчас. А было больше? Ясно. У вас 1000 фунтов, что хорошо. И третий вопрос на 2000. В каких отношениях находились Фрэнк и Нэнси Синатра, популярные певцы 60-х? Муж и жена. Отец и дочь, дядя и племянница, кузены. Отец и дочь. Верный ответ, у вас 2000 фунтов. Первый хит «Something Stupid» они выпустили в 60-х. Верно. Четвертый вопрос на 5000. Какой параметр круга в два раза превышает его радиус? Длина круга. Диаметр, котангенс, сектор. Это диаметр, Крис. Уверены? Увереннее некуда. Запомнили из школьных лет? Скорее всего. Обрывки знаний. Да. Ответ окончательный? Окончательный. Вы, наверное, об этом и не вспоминали? Нет. Просто где-то... В памяти застряло. Вы правы и заработали 5000 фунтов. Вы добрались до этой суммы, не использовав подсказки. 50 тысяч у нас сегодня уже выиграли, вы на полпути. И вопрос номер 5 на 10 тысяч фунтов. Как зовут мать Гарри Поттера? Не хмурьтесь. Как звали маму Гарри Поттера? Ирис, Роза, Лили, Магнолия. Вопрос на 10 тысяч. Придется спросить зрителей, я понятия не имею. Не читали, не смотрели? Не читала, не смотрела. Ясно. Что ж, зрительный зал, вот наш вопрос. На кону 10 тысяч фунтов, нужна ваша помощь. Как звали мать Гарри Поттера? А. Ирис, Б. Роза, С. Лили, Д. Магнолия. Сейчас посмотрим, кто видел фильм или читал книгу. Мама Гарри Поттера. Начинаем голосовать. Пятьдесят 58% за Лили. 4 за Розу, 18 за Ирис, 20% за Магнолию. Довольно широкий разброс. Ну, зрители сегодня хорошо подсказывали. Не спорю. Люди обычно умнее только в начале, вы уж не обижайтесь, но это так. Уж не мне говорить. Так что я поверю залу и скажу Лили. Окончательный ответ? Окончательный. Вы выиграли 10 тысяч. Спасибо. Десять тысяч фунтов. Вы в двух шагах от 50 с двумя подсказками. Шестой вопрос. Вы можете удвоить выигрыш до 20 или потерять 9, если ответите неверно, Джеки. Не спешите. К приготовлению какого продукта относится кулинарный термин «выбивание»? Хлеб, торт, пирожное,
Паста. Не слыхали? Нет, в отношении готовки нет. А что подсказывает интуиция? Интуиция говорит, хлеб или пирожное. Но я совершенно не знаю. Я беру 50 на 50. Посмотрим, поможет ли. Итак, компьютер, уберите два неверных ответа, оставив один верный и один неверный. Пирожных нет, но остались хлеб и торт. Вопрос на 20 тысяч. Можете потерять 9 или забрать 10. Пожалуй, я выберу хлеб. Совсем не знаете? Нет. Но мне кажется, я права. Учитывая все мои знания о хлебопечении, торты вряд ли станут выбивать. Еще можно забрать 10 тысяч. Да, я знаю. Нет, я поверю интуиции. А если проиграю 9 тысяч, хоть 1000 останется. Но, честно говоря, на мой взгляд, выбивание к тортам никак не относится. Выбивание. Я не понимаю, как можно выбивать торты. Но хлеб же по всему столу валяют, да? Когда месят тесто. Или нет. Вы, может, и нет. Я в супермаркете беру, как и вы. Я тоже, да. Нет, я поверю интуиции и скажу хлеб. Ответ окончательный. Если потеряю 9, хоть 1000 будет. Вы совсем не расстроитесь, потеряв 9000? Ну, конечно, расстроюсь, но... Назад дороги нет. Вы не потеряли 9 тысяч, а выиграли 20 тысяч фунтов. Это верный ответ. Джеки! На русский язык программа озвучена компанией «Видеофильм» по заказу телекомпании «Стрим» в 2011 году.